Тантрам. Погнали вперед, просто вперед, блин, на пролом. Побежи, бля, лагает. Видимо, было. Здорово, брат. Мне страшно. Да, на втором. Если здесь втором еще и демагоган, то я вообще опасаюсь. Блять. Классно. То, что я люблю. Подвал здесь. Да, я увидел. Они сильно лагают. Да блять. Кого-то стуканул. Блин, у кого горящие генераторы? Надо вспоминать, что за маньяк. Разве не чума? Ну, у нас здесь тогда там да. Я понял, что проверял, если генератор. Кто это? Мор. Ну понятно. Короче, я полез на третий этаж. Сердце так и бьется. Да ладно. Ну такой нормальный мур. Да? Умеет играть. Ну, врезаться во всяком случае. Старается. Да, гандон, пидорас. Да, у нас никто не собирает двигатели. Я собираю. Ладно, двое. Да, двое. Не, двое. Третий пока непонятно, чем занимается. Ну вот тот дальний он не собирал. А тот собирал. Ага. А теперь наоборот, тот собирает, а тот нет. Я сейчас дособеру и побегу к тебе. Надеюсь, успею до третьей фазы. Ой. Второй хотел. Да. Я решил тебя третья поправить. Смерть. Третья смерть. Я не представляю, как спускаться. Отсюда. Нашел. Он рядом. Ну все, пизда. Да? Проверяет? Да. Еще так демонстративно ударил. Меня подставляют. Не-не-не. Он за ним. Повезло, потому что меня сейчас могли просто убить, да. Какая же она все-таки? Снимешь подругу? А, она там сама. А где маньяк? Я не вижу. Он где-то рядом со мной. Когда ты умудряешься постить еще что-то? А, ты 4 минуты назад. Мне просто пришло оповещение, что ты отправил мемас. Я понял. Я думал, когда успевает? За мной идет, походу. Нет. Ого. Прямо кто перед тобой.
Это ты. Он был близок, чтобы меня схватить. Он за тобой идет? Да. Ну, шел во всяком случае. Он потерял меня. Угу. Он я решил остановиться, рядом. Палетку сломать. Другого ударил. О, тотем сломали. И я сейчас сломаю еще один. Что хоть за тотем было, интересно? Да, ой, нашел мио. Очень зря. Они рабочие. Ого. Респект вам, мужчины. Но один точно связан с генераторами, как мы с тобой, да? Выяснили. Он их запирал в начале миссии, помнишь? Угу. Блин, я, наверное, не успею его собрать. Я, конечно, надеюсь, но не сильно верю. Еще один. Работающий. Но да. Это, наверное, самый опасный. Сейчас дособеру. Он сейчас ко мне пойдет. Собрал. Ну и теперь дичайший выбор, куда бежать. Он рядом со мной. Да. Он увидел меня! Нихера он! Хороший мор, да, попал? Ты бы видел, что он сейчас исполнил. Спасибо. Так вот, видите, как он собирает, я смотрю на кино. Зеленый фонарик или серый ящик с инструментом? По-моему, все очевидно, я говорю, инструмент. О, еще один горящий такой. Четыре штуки. Просто жесть. Он пошел лобан. Нарядом. Нахер. Но он кошмарит раненую, к сожалению. Собирались? Нет, я плохо представляю, где искать. Помнишь, где мы вначале видели двигатель? Он уже собран. Да? Ну, нет, не именно там, где наверху, а вниз потом идешь налево. Блять, мне как-то не видно. Он наверху, да? Не-не-не. А вот двигатель здесь собирается. Палетку кинули. Пойдем на разведку. Так, этот собранный. А, этот собранный, действительно, ты прав. Понятно. Что? Кого-то... А, у него заработал тотем. Да, он рядом. Но он меня настигнет.
я не понимаю, где нахуй ютюбики там. Я нашел его, начал собирать, и он пришел моментально. Осталось-то, видимо, один или два генератора на карте. В зависимости от того, что он поставил. Три. Ну, их же можно... количество можно уменьшить вроде предметами. Ну, за маньяком. Но я уже потерял, где это. Ага. Нашел один. Но он пустой, вообще нулевой. Даже не был запущен. Видимо, сломался. До конца. Короче, скорее всего, он, эти двигатели в этой локации, у него остался четкий треугольник. Угу. И они все очень близко друг к другу расположены. Я собрал больше половины. Главное, чтобы он не пришел сюда. Осталось процентов 20. Круто, у меня начало. 10. Собрал. Респект. Да я только победил. Так я увидел. Да? А потом просто подменю тебя. Стой, брат. Старый брат. Старый брат, блядь. Старый новый брат. Ебать. Они там охотятся. Блядь, 4-то прям. Конечно, да, сурок. Успела. Да, уходим. Он ее, видимо, ударил, когда она залетала. Уходим? Уходим. Слоу. Еще одну ачивку дали. Да, давай еще одну. Серебро. Блять, один хуй я... Заработал всего 18 тысяч. Неплохая команда, меня... сильный маньяк.